Николай Алексеевич Некрасов. Отрывок из поэмы «Крестьянские дети». Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел. Был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворост увоз. И, шествуя важно, в спокойствии чинном, лошадку ведет под усцы мужичок. В больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах, а сам с ноготок. «Здорово, парнище! Ступай себе мимо! Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки?» «Из леса вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу». В лесу раздавался топор дровосека. «А что, у отца-то большая семья?» «Семья-то большая, да два человека, всего мужиков-то, отец мой, да я». «Так вот оно что, а как звать тебя?» «Власом». «А кой тебе годик?» 6-й миновал». «Ну, мертвая!» — крикнул малюточка басом, рванул под усцы и быстрей зашагал.